Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Даная, дочь Акрисия, царя Аргоса, точенная отцом в бронзовую башню, так как было предсказано, что ее сын убьет Акрисия. Его действительно случайно убил Персей во время метания диска. В башне Данаю посетил Зевс в виде золотого дождя, и у нее родился сын Персей. По приказу отца Данаю с сыном в заколоченном ящике бросили в море, но их спасли рыбаки с острова Сирифос. Позже их взял под свою защиту царь Полидект. Впоследствии Персей был послан добыть голову Горгоны, а в его отсутствии Полидект надоедал Данае своими домогательствами. Вернувшись в Персей, с помощью головы чудовища превратил Полидекта в камень и забрал мать назад на Аргос. Посещение Данае Зевсом в виде золотого дождя было очень популярным сюжетом в античном времени. Сохранились фрагменты прекрасной лирики Симонида «Жалоба Данаи». В комедии «Теренция» «Евнух» есть описание этого посещения, которое по замыслу было сугубо эротическим, что глубоко шокировало святого Августина. Это также один из наиболее популярных сюжетов художников Возрождения. По крайней мере, некоторые из них видели в Данаи символ преобразующих следствий божественной любви. У Тициана существует четыре версии этого сюжета, также и у Кареджи Тинторетто широко известно полотно Рембрандта «Данае», «Любовь Данае», последняя опера Штрауса. Вот так вкратце о Данае. Пока-пока, до свидания.